Индустрия край, в принципе, промышленный край, и нашими техниками это узел промышленности, самый крупный. И надо сказать, что достаточно крупный по сравнению с другими регионами. В рамках всероссийского марафона «Поделись своим знанием» открытый урок для десятиклассников 5-й школы провел депутат Краевого Заксобрания, директор по безопасности Уралкалий Андрей Силаев. Тема сегодняшней встречи заявлена как «Выбор профессии, карьера». Уже определился? Поднимите руку, кто определился. Понятно. Это хорошо, что определились. Андрею Юрьевичу есть чем поделиться. Его уровень знаний и компетенций впечатляет. Взять, например, владение несколькими языками. При этом процесс обучения не прекращается. Сейчас Андрей Силаев получает третье высшее образование. Мое так слово для учебы – не бойся и учись всегда. На своем жизненном пути Андрей Силаев сменил несколько профессий. Но с особой благодарностью он отмечает свою работу в компании «Уралкалий». По его словам, именно это предприятие дало ему возможность для развития. Естественно, он предложил ребятам связать свою жизнь с калийным гигантом уже со студенческой скамьи. Есть целевые наборы, как у нас на «Уралкалии», которые позволяют молодым людям, таким как вы, открыть двери для учебы в Москве, в Петербурге, в Казани, в Перми. Там еще где-то мы, в Чебоксарах, ребят учим. Пожалуй, самое важное, что сумел донести до ребят Андрей Юрьевич, это не бояться нового и уметь бороться со своими страхами перед переменами. Поняла, что никогда не поздно учиться, без разницы, сколько тебе лет, всегда можно начать. При этом, если тебе что-то не нравится твоя работа, ты спокойно можешь найти новую, тем более в наше время это никогда не поздно сделать. Подчеркнул такие советы, как ничего не бояться, идти только вперед. То, что не бояться ошибок, не бояться, если ошибки допустим, то можно начать все заново, с чистого листа, так сказать. Ну и еще отметил для себя совет, это учить иностранные языки. И я думаю, что такие встречи важны и нужны. Может быть, до 5, до 6 детей, которые сегодня здесь собрались, они возьмут его принципы на вооружение. Они тоже чего-то когда-то добьются. И вообще это здорово, когда люди с власти приходят в школу и напрямую общаются с нашими детьми. Андрей Силаев заинтересован в будущем сегодняшних школьников, а значит и в будущем нашей страны. Разговор состоялся такой, да, на мой взгляд, с моей стороны более-менее откровенный. И, естественно, ребятам хочется пожелать определиться с будущей профессией, потому что большее время мы находимся, к сожалению или к счастью, я не знаю, на работе. Поэтому, если работа приносит удовлетворение, то, значит, и карьера может сложиться благополучно у этих ребят. Поэтому им только успехов и правильно выбрать профессию. Благодарим Андрея Юрьевича за мудрое наставление. Уверены, что такие встречи помогут ребятам с выбором их жизненного пути. Сергей Стерхов, Кирилл Яранцев, «Наши новости».